Успешные и счастливые. Астрологи назвали, каким знаком зодиака повезет в апреле 2020 года. Для каждого человека очень важно испытывать счастье и успех, и эти составляющие должны присутствовать в каждой сфере жизни. Некоторым людям удается добиться высот, и при этом они не прикладывают для этого титанических усилий. Это обусловлено и тем, под каким сочетанием звезд родился человек. Астрологи назвали знаки зодиака, которые смогут добиться небывалых высот в апреле 2020 года. Первый знак зодиака – Телец. Представители данного знака выделяются среди других тем, что имеют большой запас внутренней силы, а также они трудоспособны, имеют большое терпение и замечательное здоровье. Именно благодаря этим качествам во второй месяц весны Тельцам удастся обрести успех и счастье, ведь работа их не страшит, и они готовы ждать плодов своих трудов. Все свои обязанности представители знака выполняют самостоятельно и стараются не перекладывать их на других. Второй знак зодиака – Скорпион. Люди, которые были рождены в период данного зодиакального знака, отличаются целеустремленностью и своего готовы добиваться всеми возможными способами. С представителями данного знака достаточно сложно найти общий язык. Второй весенний месяц будет испытывать скорпионов на прочность, но если проверка будет пройдена достойно, то награда не заставит себя долго ждать и будет очень радовать. В начале апреля появится возможность встретить человека, который будет способен кардинально изменить их судьбу. Именно этот человек окажется тем, с кем можно связать свою жизнь. Третий знак зодиака – Близнецы. Представители данного знака привыкли не говорить, а действовать. Им нравится придумывать что-то новое и интересное, а потом воплощать это в жизнь. Главной их особенностью является то, что они могут одновременно заниматься несколькими делами. В апреле близнецам необходимо расслабиться и плыть по течению, которое подготовила для них сама судьба. Благодаря такой позиции будут появляться силы для того, чтобы придумать что-то интересное, воплощать это в жизнь и преодолеть все трудности. Можно смело идти на риск, так как он будет в полной мере оправдан. На рабочем месте можно будет расслабиться, так как будет период затишья. А вот если проявится активность, то можно будет продвинуться по карьерной лестнице. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в эту тройку знаков зодиака, которым повезет в апреле? И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!